Австралийская компания из Мельбурна Spi 3D поставила первые 7 модулей специальных 3D-принтеров по металлу, на которых технические подразделения вооруженных сил Украины смогут печатать необходимые запчасти прямо на линии фронта. Каждый принтер стоимостью около 1 миллиона долларов будет ориентирован на создание критически важных деталей украинской военной техники прямо на фронте, что значительно упростит задачу восстановления транспорта и бронетехники и позволит не дожидаться нужных запчастей. Кроме того, важность подобных принтеров состоит в том, что с их помощью можно напечатать необходимые комплектующие, которые уже не выпускаются, для устаревших образцов советской эпохи. Их не всегда можно быстро достать в нужном количестве, а 3D-принтер решит эту проблему. Конечно, подобный аппарат не может печатать путем нагрева сложные детали. Но очень часто военные не могут отправить технику в бой из-за нехватки различных мелочей, петель, кронштейнов, разъемов, насосов, рычагов и многого другого. Подобные 3D-принтеры могут изготовить эти детали буквально за полчаса прямо в зоне боевых действий. Для 3D-печати используется технология накладывания слоев друг на друга. Более десятка украинских военных прошли в Польше обучение для работы со Spi 3D. Этот принтер, как и подобные ему, печатают металлические запчасти по технологии аддитивного производства, то есть методом накладывания слоев друг на друга. Вместо плавления металла этот метод использует кинетическую энергию для соединения частиц металла вместе в твердом состоянии, для создания конечной детали. Warp Spi 3D также чрезвычайно быстр и энергоэффективен. Он может изготавливать крупные детали диаметром до 1 метра или весом до 40 кг из нескольких металлов. Этот ключ из прочных металлов принтер напечатал всего за час. Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить украинским солдатам ресурсы для укрепления возможностей технического обслуживания и ремонта, когда и где это наиболее важно, сказал вице-президент Spi 3D по обороне Крис Харрис. Компания активно сотрудничает с другими странами, обеспечивая 3D-печать металлов в военной области. Компания также была выбрана Королевским подразделением инженеров-электриков и механиков британской армии для внедрения 3D-печати в армии.